отключишься, время пошло. Да. А как остановить? Кратко. Точно так же, да. Ага. В общем, каждый тайм снимаешь отдельно. Угу. Сейчас команда наш готовится. На нем. Вот настраивает, там когда розыгрыш штрафного или углового. Приближаюсь, то есть. Не забывай поворачивать. За это уже сказал. Сейчас солнце пойдет, на, конечно, с той стороны будет потом. Да, лучше сразу с той стороны. Да. Трибуны. И что, на трибуны чтобы видно, что люди болельщики. Вообще, когда просто можно так вот. Пока что счет 0-0, да? Можешь комментировать? Только адекватно. Да, конечно. А, вот у нас аут руками, дальше судья. Аут руками. Играем на Вову?
самое. Мы играем, реально, только сами сами. Так, команда вчера вот назад, отходи! Вот назад, отходи! Штраф не сейчас будет. Не, вместо тебя только в Месси она выиграла просто сейчас. Да, сразу первый групп. Они в игре пишут в одну сторону, у всех получили, блядь. Они могут играть. Да, я не спорю, но почему у всех со стороны? Нельзя, вот, ты знаешь, заранее посмотри. Переведи резко. Блядь. Ой, на воротах все стоит, да? А ты просто чемпион стал. Ну тоже понятно, порядка все. Я думал, что это пара девятки, по цвету. Где?
Нет. Посними, пожалуйста. Не кофту на оператив. Не кофту на оператив. Скромнее бегает. Вон Романов Женя. А кто с кем у нас Что это за хуй был? Со школы. Смотри мне, я у ног. Что у меня с головой, посмотри. Там ничего не видно. А, я забыла, что ты это. А, ну, ничего страшного. А, не дергай за волосы. Почти гол. Он будет, да, он будет. Так, мои ключи. Все, втроем! Назад, назад, Егор! Хорош, хорош! 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 Хорош!